Я не думаю, что наша страна нетолерантна к секс-меньшинствам. Я знаком с многими представителями этих меньшинств, которые, может быть, уже и не меньшинства, по большому счету. Единственное право ходить на парад у них отобрали, но есть проблемы и похуже. Мои друзья-иностранцы, французы и англичане, живут в Москве, потому что у нас нет гей-парадов. Мои друзья-французы говорят, что им стыдно за своего президента. Они говорят, что их президент без плечей. По-французски это значит мягкий трусишка. Они не хотят возвращаться в свою Францию, которая перестала быть вообще страной, которую уважают. Я думаю, что мы на своем месте.